Всем привет, с вами снова я, Заданозавр, и начинаю юбилейную 60-ю часть своего летсплея Майнкрафт. В прошлом выпуске, прошу прощения, я забыл прибавить звуку, можно сказать, даже убавил его, и вот, в общем, получилось очень тихо. В общем-то, если прибавить звук, можно было бы раз в 5. Вот. Так, у меня почему-то карта закончилась. Что за прикол? Еще меня кто-то ударил, или это из-за того, что карта закончилась. Так, нет, все появилось. О, тыквы. Тыквы — это хорошо. Тыквы — это очень хорошо. Только какого фига они появляются снова? Какая-то багнутая версия, ё-моё. Тут все заново появляется. Бывает такое. Конечно, потом все равно, рано или поздно, оно исчезает, но... Блин, вот это раздражает вообще ужасно. Пробуем вторую. Та же фигня. Восстанавливаются блоки и снег над ними. Вообще бред полный. Да. Тяжелый случай. Ладно, поем пока. О, появилась. Одна тыква срубилась сама. Вторая, давай тоже. Ну все, хоть теперь буду уверен точно, что багов больше не будет. Вот таких. А теперь я могу сделать светящуюся тыкву. Нужно просто снизу поставить факелы. Две светящиеся тыквы, нормально. Прикольный свет такой. Ладно, идем дальше. Путешествуем по зимнему. По зимнему. Чему? Лесу почти. Ну, сейчас уже нету леса. Ну, короче, зима. Ну что ж, продолжаем путешествовать. Изучать мир. Пока не скачались моды. Ну, моды я по одному на выпуск буду скачивать, устанавливать. Потом убирать, чтобы не мешал... не мешалось... Чтобы было видно изменения именно в той части, в которой изменяет этот мод. Чтобы не оставалось, не привлекало внимание предыдущий мод. А все было точно так же, как в оригинале. И плюс этот мод, который я скачаю. Ну, как-то так, в общем. Буду удалять, показывать, потом удалять, потом снова устанавливать, снимать и показывать вам, прямо зрители. Это тоже, наверное, будет считаться как за летсплей, возможно. Возможно. В общем, если буду в этом мире испытывать моды, это буду относить к тому же летсплею. Если в другом, то это уже будет отдельная рубрика на моем канале. Так и называется. Будет что-то вроде испытания модов. Не знаю, пока не придумал название. Возможно, я не буду придумывать. Буду просто писать летсплей Майнкрафт. Также, если буду уже в этом же мире, как я уже говорил, испытывать их. И название мода, конечно же, ссылочку, откуда можно скачать. В зависимости от того, какой вердикт я вынесу, я буду вносить ссылку. Если неинтересный мод, то наверняка и вам неинтересным покажется, хотя, возможно, будет и наоборот, и будет наоборот, мне неинтересно, вам интересно, или мне интересно, вам неинтересно. В общем, посмотрим, пишите все свои комментарии в комментариях. Так вот, ладно, идем дальше. Все еще зима, блин, что-то не кончается. Но, в принципе, я насчет этого не переживаю сильно. Я не замерзаю здесь, в отличие от Донстер. Там было, если зима, то это было все почти равно смерти, если не найдешь нужное, необходимое, все необходимое для того, чтобы согреться. Согревался ненадолго возле костра, так что лучше оставалось жить. Ну, в общем, смотрите, первые выпуски летсплея Don't Starve, там приключения Король Зим, так и называется серия, часть Король Зим, с него и начинается зимнее приключение, где зима, и можно выяснить, если, конечно, вас интересует эта игра. Я играю, видимо, только в такие игры на выживание, сезон выживания. Ладно, закапываемся под землю, наступает ночка. Блин, долбаные монстры.
Не могу спать, пока рядом монстр. Ну, слышно, как там паук. Не знаю, как этот звук назвать, что он издает. Эх, блин, придется походу... Походу придется всю ночь провести под землей. Хотя можно, конечно, вылезти. Можно убить себя. В зависимости от того, сколько там монстров. Можно просто успеть посмотреть, закопаться быстро. Но есть вероятность того, что за мной провалится и зомби, или паук. Или, не знаю, если паук, конечно, может пролезть, он же большой. Но наверняка это все рассчитано на это. Ладно. Ладно. Что делать? Пытаться убить монстра. Давайте вылезем, что ли. Или не вылезать, не знаю. Что делать? Попробуем. Сначала попробую попытаться. Надо все-таки еще несколько раз. Давайте вниз закопаемся. Может, глубже, если закопаюсь, то там не достанет, так сказать. А, блин, нужно же в два ряда было строить. В три даже. А у меня кирка сломалась, к сожалению. Придется руками кирпич долбать. Закроюсь сейчас, хотя слышно, конечно. Закроюсь, но все-таки, может быть, поможет это. Посмотрим, в общем. Все посмотрим. Поможет ли глубина? Почему не могу спать, пока рядом монстры? Если я закопался вниз. Короче, вот подстава вот такая вот. Сейчас прокопаем еще немного. Зато булыжника добыл. Если тут деревни есть, продам, он нормально так. На пропитание хватит. Хотя, в принципе, проще руками забить какую-нибудь корову или свинью, чем за деньги покупать. Потому что продают все со стопроцентной накидкой. Ну, по крайней мере, в прошлых версиях продавали. Я не знаю, здесь ли есть деревни, потому что у меня деревни были вроде как с помощью мода. Да, не помог. Не помогла глубина. К сожалению. Эх, создам кирку, пожалуй. Создам кирку. Зачем я создал кирку? Ну ладно. Эх. Эх. Нельзя спать. Плохо, вообще очень плохо. Что ж, никто ко мне не прыгает в дырку. Ну, в смысле, сюда не прыгает. Давайте удочкой попробуем зацепить. Что ж, кто не рискует, тот не играет в Майнкрафт. Вылезаем. И смотрим, прыгаем и смотрим. Если пауки, хотя меня бы уже давно, наверное, убили бы, ударили. Ну что ж, всем пока. Ждите следующего выпуска через пару дней. Подписывайтесь, ставьте лайк.